Мне не мешает моя коляска, в принципе. Любому спортсмену, любой абсолютно, неважно, на коляске, на своих ногах, здоровый или с какими-то ограничениями, они все сталкиваются с физическими нагрузками. Мне не тяжелее, чем кому-то другому из-за того, что я на коляске. Главное понимать, чего ты хочешь. Я же с детства занимаюсь музыкой. По сути, с 6 лет. Мне повезло, что я вот прошел конкурс, и меня выбрали. Стал играть в театре. Самое главное, не отчаиваться. Сейчас существует очень много возможностей. Много, конечно, задумок. Чему-то новому, может быть, хочу научиться. Чем я, в принципе, отличаюсь от обычного человека? Тем, что я просто сижу на коляске, а так-то ничем. Мне дали совет. Занимайся, никогда не бросай, никогда не опускай руки. В Крыму проходил первый адаптивный фестиваль по вейкборду. Там я познакомился с ребятами из молодой гвардии. Рассказал о своей мечте покорить Эльбрус. И они меня поддержали. Мечты нам даются для того, чтобы получать удовольствие от жизни, да? У меня спорта в жизни очень много. Я баскетболом занимаюсь, легкой атлетикой. Но вейкборд для меня это такая больше некая социальная тема. Было бы желание, на мой взгляд, самое главное. Если у тебя есть желание, то рано или поздно все получится.